Ты морда, Кас. Тушниковая, может.
Непонятно. Куда ты вообще навострил? Кухня-тарелка почти до конца. Зависимость — это плохо. Алиса, включи музыку. Включаю. Surrounded by walls of stone, locked up in a wasteland.
Всем привет! Спонсор моих красивых волос – это никотиновая кислота и кератиновое выпрямление. Как только перестаю втирать никотинку, волосы начинают сыпаться, как будто они не мои. Говорит, мы сюда так заходили на пару часов. Вот. Поэтому я делаю это почти каждые, наверное, 3 дня. Ну, было бы идеально, если бы я так делала. Но иногда я делаю стабильно. А иногда заброшу, потом волосы начинают сыпаться. Быстренько возвращаюсь. Пробовала разные бренды. В принципе, разницы никакой нет. Беру просто самую дешевую. Кися, куда ты так рано уже собрался? Thank you.
Алиса, выключи музыку. Приехали на работу. Сегодня солнечно, жарко. Вот такая красота на улице. А я что-то не позаботилась о своем завтраке. Не знаю, что я буду кушать. Буду есть кофе. В обед купила себе батончик шоколадный протеиновый. Уже Что ты говоришь, Кит? Проголодался, Касик, да?
еду на тренировку. Думаю, что так в глаз светит. Я пришла домой, у меня было немного времени, я чуть не заснула на диване. Еле себя подняла на тренировку идти. Но я смогла, поэтому я молодец. Честно, занимаюсь. Завтра пятница, ничего делать не будем, возможно, вечером поедем в деревню. Спасибо.
чего плачешь, котик? То есть ты представляешь первый ряд? Надеюсь, священник вызовет меня на сцену потанцевать. Когда неделю назад меня спешно перевели в этот приход, я не представлял, что мне придется выступать по такому печальному поводу. Семья, потерявшая ребенка, подобна монополии с потерянной фишкой. Вам приходится постоянно напоминать всем, что вы уже сделали ход. Первым даю слово директору Шаферу. Мэг Гриффин была честным и добрым человеком, о котором мы все знали. Мамочки, я закончу. Очень грустно, здесь никого нет. Знаю. Ну, так вкусно. И здесь даже нас нет. Очень вкусно. Это вы правильно решили. Дайте я пробую. Очень жаль, что твоя сестра умерла. Я около забью. Если мы можем как-то тебя поддержать... Штампы. Что? Штампы. Мне нужны штампы. Ясно. Да, будем. Ух ты, девчонки, клеится, потому что сестра умерла. Круто! А лучше бы в этом гробу лежал Джо. Согласен, Бон. Ой, я сказала это вслух? Нет, но я знаю, о чем ты думаешь. Недолго осталось. Невероятно. Тут почти никого нет. Надоело. Я уеду в новый город и начну новую жизнь. Простите. Ты что, не знаешь, зачем на ручку четки вешают? Куахопское кладбище. Мэг Гриффин, 1999, 18 сезон. Сири, поставь. Из Хрома Роуз Сила. Ты жива? Крис, ты это уже знаешь. Да, точно. Значит, тебе надоела новая крутая жизнь?
Кис. В сумке в черной моей дамской. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующем влоге. Его я буду снимать в свой выходной, поэтому это будет влог выходного дня. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. Всем пока, а мне спокойной ночи.